Что это? Ты слышишь? Это колокола. Колокола памяти. А разве такие бывают? Бывают. Смотри. Площадки, танцевальные, музыка с утра.
рано утром 22 июня 1941 года немецкие войска, до этого победоносно прошедшие почти всю Европу, имевшие значительное превосходство над советскими войсками по численности и вооружению, вероломно напали на Советский Союз. В первые месяцы войны захватчики сумели оккупировать значительную часть нашей территории. Однако, разработанная при непосредственном участии Гитлера стратегия Блицкрига впервые не оправдала себя на полях сражений в России. Здесь германская армия встретила ожесточенное сопротивление. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Война шла уже второй год. Все мужчины призывного возраста были на фронте. В деревнях остались старики да женщины с детьми. К этому времени кто-то уже получил ненавистную похоронку. Остальные ждали с фронта только хороших вестей. Здравствуй, моя любимая. Сразу хочу сообщить тебе, что со мной все в порядке, жив, здоров, чего и тебе желаю. Вчера парни из 8-й роты говорили, что через несколько дней идем в наступление. Ты, конечно же, от меня далеко, но перед каждым боем мне кажется, что ты где-то рядом. И мы должны обязательно победить, чтобы я тебя непременно увидел. На сцене группа «Звездопад».
Последнего боя не вернулся он, сержант Алексей Погров. Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он из боя. На сцене хореографический ансамбль «Ритм. Цветы на дорогах войны». Прямо в радугу ходи.
жить на свете. С какой не падать высоты. Мальчики, горе седое мое, вечная боль моя, вечная рана. Вас еще матери ждут по ночам, как на исходе, а им не согреться, им бы пробиться к подземным ключам, им бы дойти до сынокиного сердца, им бы увидеть мальчишек своих. Мамы, не плачьте, прошу вас, не надо! Вот и кончается страшный мой стих века 20-го, злая баллада. Но разве память бывает живой? А ты не веришь? Человек может умереть дважды. Там, на поле боя, когда его догонит пуля. А второй раз умирать страшнее. Второй раз человек должен жить. Встала пшеница спелая, тихо плачет рассвет. Все, что могли, вы сделали, ребята, которых нет. Плакать устали матери, но через толщу лет смотрят на нас внимательно ребята, которых нет. Будто склоняясь над судьбами, будто шагая вслед, нам они стали судьями, ребята, которых нет. Объявляется минута молчания. Прошу всех встать. Пожалуйста, помните. Слушайте, удить со всех сторон.
всей стране, от края и до края, нет города такого, нет села. Куда бы ни пришла победа в мае, великого 9 числа. Минуло 69 лет с той поры, когда свершилась одна из величайших справедливостей истории. Пришло избавление от самой страшной, самой кровопролитной войны в истории человечества. Время неумолимо. Уходят из жизни солдаты той войны, спасшие Россию и мир. Редеют ваши ряды, дорогие фронтовики, но ваш подвиг во имя Отечества не будет забыт, пока жива память о нем в наших сердцах и душах. Низкий поклон вам, дорогие ветераны! На сцене ансамбль бального танца «Талочка». Они любимые сегодня. Yeah.
Славные традиции ветеранов войны продолжают сегодняшние защитники Отечества. Армейский долг и честь солдата – родную землю защищать. Спина к спине встают ребята там, где грозятся мир взорвать. На сцене военно-патриотический клуб «Русич», руководитель Алексей Романов. Шанс на великая победа.
должны мы сохранить трагедии военных поколений. Афганистан, Карабах, Чечня, Беслан для человечества они звучат на матом. Не ради войн победная весна пришла к нам в долгожданном 45-м. Достойно, честно и спокойно жить, растить детей нам совещают деды. По-русски нашу родину любить, нам этот шанс дала великая победа. Свобода жить, творить, выбирать сегодня есть у каждой из девчонок. Но все это пришлось завоевать защитницам военных гимнастерках. Сегодня бизнес-леди можем стать, страной управлять и жить безбедно. Заветные мечты осуществлять нам шанс дала великая победа. Красивые и любимые можем быть и удавать в подарках и букетах. Но мы не смеем ни на миг забыть, нам этот шанс дала великая победа. Нам этот шанс дала великая победа. Нам этот шанс дала великая победа. Образцовый эстрадный вокальный ансамбль «Неразлучные друзья». Руководитель Марина и Наталья Соковы.